Привет, это Степан. Well, guess what? Опять AliExpress. Как вы думаете, что это может быть? Что-то очень большое. Распродажа большая, большие покупки. Че, какую первую откроем? Вот эту, вот эту? Оставляйте комментарии внизу. Марк Райден. Это огромный рюкзак от Марк Райден. Дело в том, что у меня есть вот эта хрень, но она большая, и она не помещается в мой рюкзак. Есть вот такой вот длинный кейс, буш не помещается в обычный рюкзак. Поэтому я купил рюкзак, в который помещается ноутбук 17-дюймовый. У меня 15-дюймовый. Эта штука как раз более-менее того размера. Это огромные функциональные рюкзаки со встроенным пауэрбанком. И это угарно. Ну, защита от дождя и все такое, это все тут тоже есть. Да, конечно, подарочек от китайцев. В общем, главная задача — это уместить туда пуш. Давайте попробуем. Ну, в принципе, да, вполне себе как раз нужный размер. И можно еще накидать кучу всяких других вещей. Че, может, тогда го на студию? Ёлка! Вот так я добираюсь до студии. Долго. Сразу могу сказать про рюкзак. Он показался не таким большим, как казалось изначально. Он, конечно, большой и толстый, но он не раздувается, как мой рюкзак обычный. Поэтому, кроме пуши и ноута, туда что-то положить. Но только если это узкое, тонкое, ничего больше большого не влезет. Смотрите, что, диванчики-то удобнее.